сестра, что ты делаешь, что скрипишь так? Противно. Ну ты что-то много наматываешь. Они их кидают, эти коробки. Надо, чтобы дошло. Ну ладно. Ответственность же. Но на две коробки получается? Да, ровно две. 31 килограмм. 32 почти. 32, да? Да. Ну ладно, это 38 книг. 37. 38 стихотворения нету. Mm-hmm. Вот сейчас опустело здесь, заново возобновляем, накладываем. Это мои книги, которые изданы за 9 лет. Каждая книга 752 страницы. Вот меньше только симфония на жития святых, песню православию и симфония на неканонические книги. Самая трудная была у меня. Сколько раз приходилось переделывать. Вдруг пропущено какое-то слово. Вот она симфония. По моим рассуждениям, это самая лучшая симфония в мировой практике. Изучил все, какие были, все недостатки устранил. Глаголы в один глагол свел. Подлежащее не по падежам, как обычно делают, а один падеж и все сразу нашел. Но это много времени заняло, потому что из разных мест и ходит, пришел, ушел, это все в одно. Это очень даже вот как. Это у нас сегодня 6 мая 2022 года. И вот наложили. Так, сейчас минутку.